Продолжим смотреть список хороших новостей из жизни горожан. Дальше вас ожидает рубрика «Народные новости», авторы которой сами саратовцы. Я съел 2 килограмма штука. Книжку хорошую прочитал. Сейчас мы только были в театре, «Теремок». Достраиваю дачу, я очень рад. Я в отпуске побывала, буду работать все лето. Сегодня за день сделала порядка 5 мехенди. Подруга ждет ребенка. Внук наш стал произносить слово «мама». Я встретил девушку, вот просто полюбил ее.